Лазарев! Лазарев! Что случилось? Я отец Даниила. Подождите! Вы слышите меня? Постойте! Лазарев! Лазарев! Стой, тебе говорят! На двойке смелости хватило. Иди давай. Совести у тебя нет, Сергей. Был бы жив отец. Ну иди. Ивановна, можно? Дверь откройте! Наконец-то. Долго тебя еще ждать, Лазарев? Садись. Так. А вот твоя работа, Лазарев. Очень много ошибок. Галина Ивановна, а вы разве... Я сына забрать пришел. Не отвлекайся, Лазарев. У тебя было время на подготовку. Проспрягай мне глагол «идти». Я иду... Ты? Что ты делаешь? Я сижу. Мы сидим. Да что такое-то? Тут Даню искал длинный такой. Сюда нырнул. Он что, глухой? Ой. Зато учитель хороший. Итак. Мы идем. Вы что делаете? Ты на второй год хочешь остаться, Лазарев? Я остался. Вид и время глагола. Да я не знаю, да что такое-то? Черт! Сядь немедленно, Лазарев. Сергей. Не отвлекайся, Лазарев. Итак, какой вид? Совершенный, совершенный. 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 Правильно. Совершенный. Время.
Сколько можно думать, Лазарев? Иди к доске. Приведи мне пример правильной и неправильной дроби. Числитель больше знаменателя. Тихо в классе. Ну, Лазарев, считал ты всегда лучше. Галина Ивановна, я не помню. Напиши мне правильную дробь. Вряд ли ты, конечно, помнишь слова Толстого, что человек подобен дроби. Итак, ты должен, наконец, ответить. Надо было учиться, Лазарев. А теперь ты заплатишь. Сережа, Сережа. А за что заплачу? Давайте, заплачу. У меня все в порядке. Какие экзамены? Этого всего уже ничего нет. Все кончилось. Все давно кончилось. Сережа, замолчи. Вы все призраки. Вас нет! Что вы мне можете сделать? Вы все умерли! И ты! Пойдем. Мама почему-то никогда не улыбалась. Это же не из-за меня. Так ведь всегда было. Скажи мне. Мама, я же не самый плохой. Тебе пора. Подожди, Сережа. Данил, ты извини, я...
Должен был забрать тебя, но, кажется, уснул в машине. Я его еще в 12 забрала. Сегодня короткий день. Подожди, как забрала? Я же должен был. С чего бы? Да так. Ты заснул в машине? Как убитый. А я тебе 4 раза звонила. Да. Мне такой сон тяжелый приснился. Даже сердце заболело. Слушай, там вокруг школы так все изуродовали. Не узнать. У тебя пиджак испачкан.